Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Порой так сложно писать стихи, а еще сложнее читать. Поэтому прогноз погоды лучше в прозе излагать. И о погоде на 26 число в Архангельской области. В Котласе плюс 12, пасмурно, слабый ветер, без осадков. В Плесецке температура воздуха плюс 8, на небе пасмурно, возможен небольшой дождь. В Вельске плюс 13, пасмурно, без осадков, ветер слабый. И о погоде в Архангельске. Утром плюс 5, на небе пасмурно, ветер слабый. Днем воздух прогреется всего до плюс 7. Пасмурно, ветер слабый и без осадков. Вечером тоже пасмурно, температура воздуха плюс 6, ветер слабый. По дороге сна пришпорь коня, здесь трава сверкнула сталью, кровью алый цвет на конце клинка. Это для тебя и для меня, два клинка для тех, кто стали призраками ветра на века. До встречи на телеканале ПС.